снимать фильм на остановке. Фильм на остановке. Прощальная остановка. Мы покидаем прекрасные ландшафты не совсем дружелюбной Альдеи. Только вчера, последний вечер, подружили две девушки. Причем одна была полицейской, и они пытались со мной знакомиться. Как жалко, что это было последний момент пребывания в этом чудесном месте. Внешне красивым, а внутри таким себе, не очень. Ну что делать? Дичь. Зато тут есть румыны, писатели, библиотекарши и даже полицейские, которые знакомят тебя с девушками. Ты не хочешь ничего сказать? Не, я ничего не хочу сказать. Правильно, ну что ж, Альдея пока. Молчай.